Хай, с вами я, Хакер 77.2.0. И сегодня мы будем снимать обзор, можно сказать так, дождитесь второй части, потому что это первая часть обзора LEGO Creator 31.0.88. Это будет пока инструкция. Да, и начинаем мы с инструкции такого морского ужаса. Вот так вот. Да. Потом у нас идет огромный синий кальмар. Но я не могу никак понять, почему он синий, а не красный, как должен быть. И мегалодон. Или же белая акула. Посмотрим, что у них сзади. Ну, это обычно стандартная инструкция. Кстати, это не подделка Лего. Вот. Ну, это обычная такая стандартненькая сзади разрисовочка. Но можно еще по интернету собрать вот этого кашалота. Да. Этот кашалот включает в себя самого кашалота и маленького кальмарчика, напоминающего вот этого. А так вот, все предводители, из которых можно собрать этот набор, кстати, довольно много. 4 в 1. 4 в 1. Да, это первая инструкция. Это вторая инструкция. Она нам не нужна. Мяу. Вторая инструкция. Сзади изображен мегалодон, или же белая акула, краб и сундук с сокровищами. Опа. Так, здесь еще изображен слиток, скат и какой-то подводный потискафный робот. Кстати, это набор 31090. Хороший робот, тоже 3 в 1, но мне кажется, он ни капельки не 3 в 1, а 4 в 1, потому что четвертую можно собрать в интернете. Да, но мы сегодня обсуждаем пока эти инструкции. Да, давайте сделаем одну, потому что, она самая такая хорошая. Да, здесь можно собрать что-то, да. И тут есть специальный сканер. Кстати, вот он. Так, по нему мы можем собрать разные вещи. Вот, по интернету также. Так, переворачиваем. Здесь на креаторы. Два креатора и обычный набор. Такой скоростный самолет, багги, сам акула или мегалодон, этот потискафный робот, спортмашина и фура, американская фура с перевозкой шаттлов. Ну, это обычная стандартная инструкция, поэтому мы смотрим, что сзади. Ну, тут вот опять, да, вот. И, естественно, тут есть детали, которые присутствуют. Сколько их? Их тут очень много. И есть парочку редких. Ну, как-то вот так. А пока, пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Hacker77.0. И если наберется 10 лайков и 20 просмотров, то я выпущу вторую часть. А пока, пока-пока.